Первая книга царств, глава 27. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попадусь я в руки Саула, и нет для меня ничего лучше, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим. Давид и обе жены его, Ахиноама, изреелитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу, «Если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Тогда дал ему Анхус Секелах. Посему Секелах и остался за царями иудейскими доныне. Всего времени, которое прожил Давид в стране филистимской, было год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими, и нападал на гессурян, и гиргизиян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду, «На кого нападали ныне?» Давид сказал, «На полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмиела, и на полуденную страну Кинеи». И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря, «Они могут донести на нас и сказать, так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской». И доверился Анхуз Давиду, говоря, «Он опротивил народу своему Израилю, и будет слугою моим вовек».